случиться же такое. Ну, не с Медана нас идут. Ну, давайте быстро 2 на Б распределяемся как-нибудь по командам. Ё-моё, пацаны. Да я и так на Б, тут на меня 2КТшника идут. Короче, бро, слышишь? Да, слышу, что такое. Мне сегодня снова тачка снилась. Бэха, пятерочка и в 10-й. Чё-то давно её себе хочу, да никак не куплю. Да купи ты её уже, наконец-то. Да пока что с деньгами проблемы, но там же матчи футбольные. Я как бы спортсмен, вот думаю, может сходить, да что-нибудь получится из этого. Какой из тебя футболист? Ты себя видел? Сиди в КС, играй побольше. Да не, бро, все будет нормально, как бы. Я не бот в этом деле, поэтому думаю, смогу накопить. Надеюсь, что все-таки получится заставить тренера, чтобы он принял меня на матч. Сложно. Ну, Андрей Геннадьевич, ну, пожалуйста, ну, мне надо на этот матч капец как сильно. Я себе на машину хочу накопить, а денег не знаю, где взять. Вот, как бы, хотелось бы выступить на футболе. Ты же понимаешь, что у тебя анализы плохие, какой для тебя футбол? Ну, пожалуйста, может, как-нибудь мимо комиссии можно, я очень хочу попасть. Нет, вдруг ты вообще на матч помрешь, а меня посадят за это. Ну, пожалуйста, я буду тренироваться, готовиться к этому матчу. Может, что-нибудь получится, почему нет? Плюс к этому у вас, я смотрю, команда не сильная такая. Может быть, моя помощь реально была бы нужна вам? Да ты чё, офигел? У нас мощная команда, мощные ребята. У нас почти сборная целая. Скоро будем играть в больших играх, а ты нам тут такое говоришь, типа у нас команда слабая. Ну я же в детстве к вам ходил в секцию, у меня хорошо получалось забивать голы. Это потом из-за этой медкомиссии меня выкинули из футбола. Ну может я хоть один матч попробую, ну пожалуйста. Ладно, все, я тебя услышал, хорошо. Один матч и все, больше чтоб ты ко мне не приходил. Услышал меня? Конечно, спасибо, Андрей Геннадьевич. Даже не верится как-то. Одна игра, и машина, по сути, будет моей. Капец. Я ее так давно хочу уже. Ладно, надо тренироваться, потому что что-то я уже давно не играл в футбол. Junior DJ, just let it slip. Exclusive remix. B-boy, hip a crow with it. Up in Jamaica, let me see your heel toe with it. Clown and crump with it. A-town stump with it. At the set, juggalettes, make they double D's jump to this house on the hill. Tell a tip drill. Wow, wow, said he drew me up a red grill. Put the bus, saluted the 5-6 field. Cody Water, he showed me a lot in this business for real storming. In Salt Lake City, performing. Уже как-то не верится, что завтра уже играем. Такое волнение, конечно, присутствует. Но мне кажется, что у нас все получится, почему нет. Постараюсь сделать все возможное, чтобы принести как можно больше пользы своей команде. Фух, у нас наконец-то получилось выиграть, вы просто даже не представляете, как я рад и счастлив. Кстати, спасибо большое тебе, то, что пришел к нам на матч, без тебя бы мы точно не справились. Ну, ребята, это все наша командная работа, все-таки мы с вами вместе затащили. Опа, кто там мне звонит, сейчас подниму, пацаны, подождите. Так, здорово. Здорово, бро.
Я тебе там недавно что-то лишнего наговорил. Ты извини меня. Да бро, забей, это мелочи жизни, ничего страшного. Я уже скоро приеду домой, капец, я устал сильно вообще прям. Ты большой молодец, я смотрел матч по телеку, все было идеально. Но на следующий день на моей полке лежали те самые ключи от той самой машины, о которой я так долго мечтал. И это показывает, что нужно идти к своей мечте, а не просто забывать про нее. Ведь у каждого из нас есть какая-то мечта, но мне кажется, она не должна оставаться только в голове. Она должна быть в реальности.